Всем привет! Меня зовут Вадим Беспалов, и с вами информационно-развлекательная программа «Дело вкуса», которую вы можете видеть каждый день на телеканале «Симон» утром в 9 часов и вечером около 5. Итак, мы начинаем. Выиграть 5000 гривен, 0,000 гривен, 100 гривен, 10 гривен, 1 гривну и даже супер выиграть 10000 гривен. Тире-лотерей невелик, но выигрыш достаточно много, и лишь только тот, кто играет и верит в свою удачу, тому обязательно повезет. А выиграть 5000 гривен, 1000 гривен, 100 гривен, 10 гривен, отдайте на месте, получаете. И кто знает, может быть, сегодня вы потратите всего лишь 50 копеек, а сотрете защитное покрытие, не поверите своим глазам. Маш, передавали сегодня в гороскопе, что для Овна очень удачный день, и нужно обязательно использовать свой шанс. Программа «Дело вкуса», Овен. Думаю, что будем делать? Давай сыграем лотерею. Какой? Какой брать? Посоветуйте. Сегодня выигрывала. Давайте вот этот, вот третий. Сегодня на нечетное число. Так. Как его вытирать теперь? Давайте, я сейчас помогу. Я сегодня 10 рублей мужчине выиграла. О, есть. Ура! 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 Это сколько? Ну, это гривна. Давайте. Вот ваша гривна. Ну, вот так. Вот так программа «Дело вкуса» заработала 50 копеек. Ну, вы знаете, те люди, которые работают на улицах, а тем более, которые кричат, горло срывается, любой конферансье нормальный, любой человек, стоящий на улице, он, как правило, в течение дня принимает как минимум коньячок. Нет. Нет, как? Мы этим не занимаемся. Не принимаем, потому что работа – это так же выпьешь, там, коньячок или что там, а с деньгами все связано. И у нас были такие случаи, что когда-то так случилось, девушка тоже так зиму немножко выпила и потеряла. А какие еще были какие-то случаи с вами происходили здесь? Ну нет, мы такие люди работящие, что у нас хоть и кто-то украдет, мы заберем все, с горла выдерем. Догоняли? Догоняли, да, была такая девушка, которая играла, а потом пришлось, чуть ли не побила ее, да. Скажите. Ну а что рассказать, я знаю, играла, потом начала выигрывать, я говорю, девушка, вы же не платите, значит надо заплатить, а потом я выплачу, выигрыш. Она с такими условиями, что вы мне должны, я говорю, а вы мне не должны. Ей пришлось забирать лотерею, потом ее и раза два толкануть. Потом она еще раз пришла, взяла лотерею, я ее, конечно, догнала. А как она взяла лотерею? Подошла, вы мне должны, взяла лотерею и пошла. Ну, я пока вылезла, конечно, со своих этих, но догнала и... Так подождите, она пришла, купила лотерею или не купила? Она не купила, второй раз она уже не купила. После того, как я у нее забрала лотерею, и это самое, мы с ней чуть не появились, чуть не побила, она, конечно, интеллигентная такая девушка была. Я говорю, заберите сумку, потому что я вас даже сумку могу забрать. Вот, но она пришла, якобы ей должна еще рубль. Тем не менее, что я заплатила за нее билеты, которые она купила. Но она не купила, а взяла. Вот, и она еще пришла, вы мне еще и рубль должны. Извините, потому что так не бывает. Так она выиграла или нет? Она выиграла, значит, 3 по 50 копеек, это рубль 50. И гривну она выиграла. Она мне взяла 6 билетов, а заплатила только всего лишь рубль 50. За 6 билетов должна мне 3 рубля. И потом она пришла, говорит, вы мне должны еще рубль, который она... В этом выигрыше получился рубль, и вы должны. Я говорю, нет, никто никому. И после того ее больше не было. Вот так программа «Дело вкуса» выиграла 50 копеек. И я не могу не использовать предоставленный мне еще раз шанс. Опять посоветуете? Ой, даже не знаю. На нечетное сегодня выигрывает, на нечетное число. Давайте на четное теперь. Ну, давайте на четное. Давайте отсюда. Раз, два, три, четыре. Давайте эту. Вытираем. Нет, я говорю, что сегодня на нечетное не выигрывается. Буковка не выигрывает. Ашка ничего. Ее нету. О, Е, М, Д, В, К, Р, С. Буква ничего. Ну что ж. Мы, как говорится, ничего не проиграли, ничего не выиграли, но получили такую прекрасную беседу с такой прекрасной женщиной. Радиотакси 305-222. Меридиан. Первый. Ночной. Иди сюда. Рассказывай, ты играл в эту лотерею? Нет. Почему? Не знаю. Это обман. Что там брать? Как обманывают? Мы только что рубль выиграли. Кто, вы? Да. Да не может быть. Честное слово. Вот только что нам дали
лотерею, и мы выиграли гривну. Не знаю. Ранее не пробовал. Попробуй. Да не хочется. 50 копеек жалко. Не жалко. Давай тебе дам 50 копеек, а ты сыграешь. Давай. Костя, да не да надо. Держи, давай. Пошли, мы сейчас купим тебе билет. Тебе должно повезти, пойдем. Почему? Потому что это программа «Дело вкуса». Да? Дайте, пожалуйста, билетик мальчику. Выбирайте. Да. Ты знаешь, что с ней делать? Стирать. Где? Здесь. Так почему ты не веришь? Думаешь, что обманывает? Никогда не везло. Так ты же говоришь, что не играл. Во что ты играл? Да в разные. По-моему, там буква А. По-моему, ты ничего не выиграл. А какая должна быть? А ну, Костя. Все, тебе сегодня не повезло. Но ты зато попадешь в программу «Дела вкуса». Можешь передать привет. Передаю всем друзьям привет, подругам. Берешь, даешь 50 копеечек и играешь, выбираешь карточку. А вы меня научите? Да, вот научит женщина. Да? Ну давайте. Вы бабочку подержите? Давайте. Только чтобы она ж не ушла. Не, сейчас убегу. Я поймаю, у меня ноги длиннее, чем у вас. Может, она тебя зарисует? Что-нибудь выиграли? Да, не знаю. Что это? Маленький, это нагрев, это 50 копеек. Да, еще один, да? Женщина, ну что, вы меня это самое? Уговорите. Так, вот мелочь вам, да? Так, выбирать можно любой, я так понял, да? Девушка, какое ваше любимое число? Ну, выбирай, какое тебе нравится. Нет, ну у вас какое любимое число? Ну, давай третье. Третье. Обещаю, что претензий к вам не будет никаких. Давай. Вот третье, берем в этом ряду, да? Вот третий ряд и третью карточку. Вот, я взял, правильно? Да. Посмотрим. Или монетку. Так, а что вот это нужно содрать? Да, толстую полочку. А вы не могли тут столик? Как-то тут мокро все, неуютно так. Ну, а что сделаешь? На улице сидим. Что-то оно не дерется, ничего. Ну как? Что-нибудь? Пока не вижу ничего. Девушка, а что тут должно быть? Посильнее, там будет буква. Буква? Да. Какая? Я не знаю. Сейчас увидите. Только Аня выигрывает. Только Аня выигрывает? Выигрывает, да. А, ну да, конечно. Вот у меня А. Это значит, я не выиграл ничего. Вот это да. Вот не везет. Ну и что, не разочаровался, нет? Ну, тю, девушка, я вообще... Играть еще будешь? Я ж оптимист страшный. Так что телефон оставите, и я сыграем вместе. Ну, а теперь мне захотелось узнать, как же чувствуют себя соседи, сидя целыми днями возле этой лотереи. Скажите, пожалуйста, у вас... Голова не болит, когда вы слышите целый день, как рассказывают о лотерее? Нет. Привыкли? Уже привыкла, но мы уже знаем, что без этого жить уже нельзя. Здрасте. А вам удается вот перекричать вот эту женщину? Какую женщину? Вот женщина, которая с лотереей. Она обманывает день и ночь. А почему вы так думаете? Я так думаю. Лотерея «Виктория» 50 копеек. Вы можете выиграть денежный приз, очень крупный, до 10 тысяч. Не знаю. Никто не подходит. Никто не хочет, по-моему, Маш. По-моему, у нас с тобой ничего не получается, тебе не кажется? Ну, можно еще немножко поработать. Ну, я думаю, что нам нужно пройти специальные курсы для того, чтобы у нас получилась работа здесь. Да, потому что у этой женщины столько энтузиазма, нам еще нужно немножко поучиться. С вами была программа «Дело вкуса».